Как подключить теплый пол и сделать смесительный узел? Смотрите, значит, теплый пол имеет у меня 4 контура. Это подача на теплый пол, это обратка. Насос циркуляционный ставится непосредственно после обратки. То есть насос высасывает из обратки воду. Дальше он ее толкает. Смотрите, здесь трехходовый термостатический клапан. Вода толкается, либо же вот так по прямой она уходит на нагрев, то есть у меня там стоит теплообменник в баке, в теплоаккумуляторе. Вот, вода пошла сюда на нагрев, возвращается горячая. Сюда возвращается горячая и идет на подачу в теплый пол. Либо же, если она очень горячая, о чем вот скажет вот этот датчик, термодатчик. Если же она очень горячая, то вот эта головка термостатическая откроет здесь клапан, там такой шток стоит, и головка надавит на этот шток, и откроется здесь клапан. И тогда обратка пойдет сюда, напрямую смешается с подачей. И здесь произойдет смешивание горячей воды и холодной с обратки, и установление нужной температуры для подачи в теплый пол. Вот, регулируется это все вот этой вот головкой, температурой головки. Вот ее можно зажать до 20 градусов. Вот, ну, где-то на пол 40 градусов нормально. Вот так, как видите, ничего сложного в этой системе нет.